актера, который не так давно ушел из жизни, Валерий Сергеевич Золотухин. Нам посчастливилось с ним быть знакомым, и у нас были очень теплые отношения. Он даже поучаствовал в записи вместе с Ирой Линд одного из наших дисков «15 песен Владимира Музыкантова». Они там спели такую цыганочку, которая называется «Гитана». Очень тепло об этом вспоминать, и мы предлагаем спеть вам, нам всем вместе, грустную песню из «Бумбараш». Еще не снег, одна дождинка, еще не дождь.
Еще не снег, еще не снег, когда дождинка, еще не дождь, когда-нибудь, но не теперь придет любовь, чтоб стать судьбой, придет как ливень, как метель, все заслонит вокруг собой. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, когда дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, когда дождинка, еще не дождь. Но может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну иначе, и станут вещими слова, что ничего пока не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь, одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Давайте еще одну девочковую песню. Девочковую, да. Курящие про мое прошлое и настоящее.
прощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Открой ты душу мне, матрос, к тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. Тихорецкую застав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Мне нравится, что вы больны немного. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами. Спасибо и сердцу, и рукой за то, что вы меня сами так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч, за гадными часами, за наши гуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны. Зачертит меня, и опять заветит мной прошлогодние уныние, дела зимы иной, и дела зимы иной. Но внезапно в портье пробежит вторжение дрожь, тишину шагами мерит, тишину шагами мерит, тишину шагами мерит, и как будущность ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то в прелести материи, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Еще один рязановский фильм, который реже вспоминается, но тоже содержит прекрасную музыку Андрея Петрова. О бедном гусаре замолвите слово. Вы чьи широкие шинели напоминали паруса? И голоса, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след. Очаровать
очаровательные фронты минувших лет. Одним ожесточением воли выбрали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась.
героические страницы нашей истории, мы не можем не обратиться к теме гражданской войны и вспомнить, эта эпоха предельно романтизирована в нашем сознании, предельно. И все, что у нас вот в кинематографе сделано по этому поводу, это все, знаете, такое разрыв аорты, какое-то такое очень пионерское отношение наше к этой эпохе, к ее героям. Это надо медленно делать. Хорошо. Я не могу. Помогите. Да. Главное, чтобы мы с вами вместе спели очень, знаете, так серьезно и насупленно. Так. Не печалься, сыне, злую долю к меня. Военно-морской музей, печати уничтожены, индекс воинской части на Авроре аннулирован. Вот какая грустная история. Дремлет притихший серых берегов, низкое небо над головой. Что тебе снится?
Свои штаба, пусть до самого.
когда снимались такие прекрасные детско-юношеские фильмы «Точка, точка, запятая». И это чуть ли не первая работа совместная замечательного тандема Юлии Кирсановича Ким и Геннадий Гладков. Ну, собственно, песенка из этого кинофильма. Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что уют эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уйдут его? Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали только и всего. Что мы, что мы, это важно, что мы, все над важным, что мы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым, только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и ограды, так что прежде человечек выучись ходить. Так чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел, но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. Yeah.
потеряю, и очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть весит, светит жестокий в тумане житейских морей. Берег мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Берег мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Наш концерт подошел к концу. Мы с вами прощаемся и хотим попрощаться с вами песней, которая была так уджала. Мы так закруглим наше так выступление. Вспомним песенку, которая вошла в фильм, тоже детский юношеский фильм «Ключ без права передачи». Давайте восклицать друг друга, восхищаться высоковарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте Yeah.